Алло. Внимание, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. По поручению АО «Банк Русский Стандарт» информируем вас об уникальной возможности погасить задолженность на выгодных условиях. Срок акции ограничен. Для получения детальной информации свяжитесь с нами по телефону 8 800 775 17 30. Звонок бесплатный. Сообщение от финансового агентства по сбору платежей. Для соединения с оператором нажмите 1. Для повторного прослушивания сообщения. Алло. Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте. Кто это? Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Это вы? Да, кто это? Меня зовут Мирошниченко Александр Александрович, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую о записи переговоров. Зовут меня Мирошниченко Александр. Звонком поступил по обращению банка «Русский стандарт». Относительно вашей задолженности по карте «Виза Голд Золото». У вас на 24 июня 2016 года 621 850 рублей 91 копейка долг составляет. Дальше что? По какой причине долг не оплачиваете? Я сейчас не услышал. Вы из банка звоните? Я звоню из коллекторского агентства. А вам какая печаль, сударь? Почему я не оплачиваю долг? Дмитрий Евгеньевич, мы работаем по поручению банка на основании статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и агентскому договору между банком и нашим агентством. Я ответил на ваш вопрос? Нет, не ответили. Я просто знаю суть агентского договора, и ваша задача напомнить о долге. Послушайте, я ж вас слушал, чего вы пытаетесь меня перебивать? Сообщить о возможных последствиях, все на этом. Или что-то еще? Где вы видели агентский договор, Дмитрий Евгеньевич? С вами сейчас юрист разговаривает, я их миллион видел в своей жизни. Да. Но договор между банком «Русский стандарт» и финансовым агентством по сбору платежей, Дмитрий Евгеньевич, вы видеть не могли, так как договор является конфиденциальный. Да ладно! Дмитрий Евгеньевич, ну мы не будем с вами говорить об этом. А почему? Но если вы являетесь клиентом, почему долг не оплачивается? Почему Александр Александрович считает, что договор должен быть конфиденциальным, и его не должна видеть одна из сторон, которая участвует в процессе? Вы не являетесь стороной агентского договора, Дмитрий Евгеньевич. Ладно, это вы не являетесь, потому что вы третье лицо. А банк обязан был меня уведомить. Не обязан. Где это написано? Это в законе о банках и банковской деятельности. В каком законе? Номер статьи, который об этом говорит. Александр Александрович, что я... Там нет такой статьи. Да ладно, что, закон хорошо знаешь? Давай подискутируем. Да, Дмитрий, там нет такой статьи, Дмитрий Евгеньевич. Где нету? Там, где вы говорите. Вторая. Мы обязаны вам посоветовать передачу вашего дела. Подожди, давай поговорим. По этому поводу. По этому поводу написано там четко, что честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства. Слышал такое? А вы здесь при чем, Дмитрий Евгеньевич? Вот это долг. При том, что я гражданин Российской Федерации, и моя честь и достоинство является высшей ценностью этого государства. Так а почему здесь ваша честь и достоинство, если у вас задолженность, Дмитрий Евгеньевич? При том, что я всегда имею право. Попытайтесь перейти в другую сторону, думаю, что это вам поможет. Вам это не поможет. Что не поможет? Оплачивать вам все равно придется. Да ладно. А сколько дней я не получу, посмотри внимательно свой Талмуд. Дмитрий Евгеньевич, когда вы посмотри. Диалогу, когда вы будете готовы. Давай пообщаемся, что тебе? А что не нравится? Мы тебе звоним. Почему ты не хочешь поговорить?